где тебя носит? Мочалкин, нашел хоть тут одного клиента, а? Клиент не гриб. Он просто так не находится. Он скорее как кирпич должен свалиться на голову. Наше замечательное агентство Мочалкин уже 3 дня как открылось. 3 дня как открылось. А не то что кирпич, еще песчинка не свалилась. Я жду эту песчинку, как ману небесную. Настоящий рекламщик, помните, как рыбак. Он должен замереть, вовремя замереть и ждать. Ждать поклевки. Вот я и вижу, рыбак, что ты замер. Вот она... А мы, между прочим, уже 3 дня как в пути, ведь агентство – это лодка. И наша лодка уже 3 дня как паразит голубых. В смысле, голубые просторы шоу-бизнеса. Павел Павлович, я проработал в 12 рекламных агентствах. И скажу вам только одно, что в голубых, как вы выразили, голубых просторах шоу-бизнеса есть только одно неписанное правило – не надо никогда забывать за буйки. Я не знаю, Мочалкин, какого ты там буя не углядел, но тебя из 12 агентств рекламных выперли. И только я вот бродящий по берегу увидел, что ты тонешь, и протянул тебе, холодному придурку, руку помощи и посадил к себе в лодку. На, Мочалкин, тебе весло, греби. Ну, в общем-то, и вы первый раз в плавание, так сказать, вышли. Я-то, в общем-то, могу еще как-то кинокамеру от фотоаппарата отличить. А вы? Мне не надо отличать. Мне не надо отличать. Я режиссер. Под мои идеи люди, клиенты дают деньги. А уже под их деньги я найду людей, которые отличат и снимут. Все, иди, ищи. Кирпич упал. На кого? На нас пришли клиенты, хотят заказать ролик. Что ты стоишь? Ты что стоишь? Давай зови, скорее. Yes. Стой. Они же у нас первые, а? У тебя же опыт есть, а? Как-то надо же и мозги залечить, все-таки первые, а? Ну как залечить? Во-первых, показать, что у нас агентство солидное. Да. Угу. Как бы это показать-то, а? Ну есть вообще-то один старый рекламный трюк. Я могу заходить через каждые 15 минут и говорить, что нам звонят. Хотят заказать у нас рекламу, а вы будете отказываться. Да. Молодец. Только заходить будешь каждые 5 минут. Давай, зови. Сколько работы? Да. Ну, работа есть работа. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Мы есть из Финляндии. Я есть переводчик господина Трахти. Мы хотели заказать у вас рекламный ролик. Ой! Сколько работы? Ну! Работа есть работа. Да. Что будем рекламировать? Вот. Подгузники Лахти-Трахти. Это самые лучшие подгузники в мире. Да. Почему-то именно так я и подумал. Самые лучшие. Да. Господин Трахти интересуется, с какими компаниями вы работаете. И за какую сумму вы можете нам сделать видеоролик. Ну, вот здесь все у нас записано. Шеф. Звонят из General Motors, хотят заказать у нас рекламный ролик. А? И General Motors? И сколько платят? Сущие пустяки. $1 миллион. Дожили, а? Это вот... Не гони, скажи, что ни к чему, вы видели, да? Он удивляется. Шеф, звонят из Пепси-Колы,
хотят заказать у нас рекламный ролик. А? Все хотят, все хотят. Как успеть? Не знаю. Сколько дают? Сущие пустяки, шеф. 2 миллиона долларов. Ой, 2 миллиона. Это вот нам в таком вот замке. Ремонт у нас пока просто. Гоните, гоните в шею. Скажите, что нет. Ни к чему нам это мараться здесь-то. Босс удивился дважды. Шеф, звонят из компании «Булкин и сыновья», хотят рекламу. Сколько дают? 10 тысяч долларов наличными, шеф, прямо сейчас. 10. Сейчас я вам нарисую 10 тысяч. Посмотрите, как это смешно вот смотрится. Гоните, гоните в шею. Ни к чему нам это. Ну, шеф. Делайте, что я вам говорю. Господин Трахте говорит, что у вас, наверное, очень солидное агентство, хотя и очень грязное. У нас, к сожалению, нет таких денег заказать у вас рекламный ролик. Мы уходим. Стойте, стойте! Ну, пожалуйста, стойте, а. Я с детства испытываю большое уважение к подгузникам. Да, до сих пор ношу. Только для вас мы готовы сделать ролик со скидкой за 50 тысяч. Нет, нет, конечно же нет. За 1000 долларов. За 1000 долларов. О, понял. Господин Трахте сказал, что мы вам доверяем. И на этих условиях вы можете сделать нам рекламу лучших в мире подгузников. Вот какие вы молодцы, а! Рекламный ролик будет, прямо все вздрогнут так. А! Так что, а! Молодцы. Босс хочет, чтобы в этом ролике, в главной роли, снялся ребенок. Мальчик. Да, пометьте ей, пожалуйста, я прямо сейчас записываю, ну, работа. Так что нужно придумать рекламный девиз и показать главное достоинство наших лучших в мире подгузников, которые не пропускают влага, и в них самая сухая попка в мире. Да, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, вы обратились в солидное агентство. Ой, простите, пожалуйста. Мы профессионалы. Не волнуйтесь, ни капли, так сказать, влаги не просочится. Ну что ж, вот наш главный рекламный образец. И 1000 долларов на производство ролика. Пожалуйста. Спасибо. Мочалкин! Мочалочкин, смотри, а! Ну, посмотри как, а! Я сейчас от радости сам это одену! Кто это придумал, что первый блин комом, а? Ну, смотри, вот они, а! 1000! Павел Павлович, я извиняюсь, я не понимаю, что это мы отказали Булкину и сыновьям? Не давали целых 10 тысяч долларов. Какого еще Булкина? Ну вот этот, который был после General Motors и Pepsi Cola. Ты же говорил, что это рекламный трюк. Что для солидности, а? Они что, правду звонили? Ну да. Ты им отказал? Ну как бы да. В грубой форме или так, может быть так? Ну, ну конечно, как вы и просили. Господи, с какими идиотами приходится иметь дело? И что ты стоишь? Иди, иди, чтоб хоть вот эту 1000 я сейчас уберу в ящик. Чтоб хоть эту 1000 не потерять. Иди, чтобы через час для рекламы вот этой вот-вот неписанной красоты у меня на столе лежал мальчик, маленький мальчик лежал. И так как... Иди, иди уже, иди. А я пока над сценарием... Подумаю, как же над ним думать.
Мочалкин! Мочалкин, иди сюда! Мочалкин, иди сюда, а! Every time when you drink, каждый раз, когда вы выпиваете много жидкости, вас тянет в туалет. Но что делать, если он недоступен? О, подгузники, лахти-трахти! Не, шеф, это не годится. Почему? Ну, во-первых, я это уже где-то видел. А потом, при чем тут ребенок, которого я уже сбился с ног искать? Верно. А, кстати, что там с ребенком, а? Пока ничего. Росту его трехмесячного не дает, у ноги его девочка капризная, а Кукушкин своего болтца просит $5000. Вот сволочь, а! За ребенка! Вот ты поди. Ладно, иди, звони, а я еще немного над сценарием подумаю. Давай, давай, иди. Так. Мочалкин! Мочалкин! Вот он я, ковбой, лахти-трахти! Я победил сына! А это индейский вождь, а главное сухо! Он тоже! Ну, шеф, я одного-то ребенка не могу найти. А вы еще индейца хотите. Интересно, как это в других агентствах находят, а? В других агентствах за деньги находят. За деньги я тебя, зайца в поле, насмерть загоняю. Так, бросай звонить, надо давать объявление. Надо давать объявление. Так учти, мы никому платить не будем. Так, я подумаю. Лахти-трахти, лучшая защита от кариеса. От кариеса, лахти-трахти. А, лахти-трахти! В них выросла вся Америка! Почему не Америка? Так, проведем исследование. Обработаем одну половину. Проведем исследование. Обработаем одну половину лахти-трахти. А другую половину... Нет, я этим обрабатывать не буду. Мы по объявлению на съемке. Реклама подгузников? Спокойно. Реклама подгузников. Очень приятно. А сниматься кто будет? Уж не вы ли? Нет, не я. А мой сын Ленчик. Вот, посмотрите. Профиль ФАС. А меня зовут Даная Степановна. А мне, между прочим, нужны младенцы, а не ваш этот великовозрастный Ленчик-Пончик. Почему это великовозрастный? Ленчику, между прочим, всего 6 лет, не считая зим. Просто он у меня акселератор, вундеркинд. У него IQ, между прочим, 200%. Покажи, вот. Вы могли бы так в 6 лет? Я уж вижу, его IQ. Вот, свисает. Чем вы его кормите только? Ленчик, скажи дяде, чтобы он не завидовал. Чем тебя мама кормит, чтобы такое свисало? Кафе. Вот. Иди сюда, мой маленький. Вы послушайте меня, Раиса Даная Степановна. У вашего Ленчика, я уж так на скидку говорю, стул, ну, в смысле, помет. Просто слоновий, наверное. Он в самолет не влезет. Не то, что вот в такой вот подгузник. Даже вот замечательный, такой прекрасный. На это существую я, мать его. Я говорю Ленчику, когда начать, я же говорю, когда кончить. Хорошо, хорошо. Сколько стоит ваш Ленчик вместе с Кончик? Сколько стоит ваш Ленчик? Ленчик стоит $20. Ну, это меняет дело. Вот и отлично, я знал, что Ленчик вам понравится. Мне понравился не Ленчик, а мне понравилась цена за Ленчик. Это одно и то же. Раз вы согласны, давайте подпишем контракт. Я, как продюсер, согласна на $2000. А это еще почему? А потому что кроме меня подавать ему команды некому. Уважаемая Даная Степановна, вы, может быть, не знаете, но за $20 я вам зайца в поле до смерти загоняю вилами. А уж за 2000 я нормальных младенцев, здесь целый полк на плацу выстрою. Не то, что ваш зомби. Значит, кончить. Все, Ленчик не подходит. Не подходит вместе с кончить. Не подходит. Все, идите. Не подходит, до свидания, Ленчик. Пошли.
Мочалкин! Кандидаты пошли косяком. Нам надо девиз придумать будущего ролика. Как тебе такой? Лахти-трахти. Удивительное чувство защищенности, а? Не, шеф, это что-то не то. Тут нужно про сырость и в рифму. Рифму, да, как тебе такой? Лахти-трахти. Не мокнет и не пахнет, а? Неплохо, но рифма где, я не понял. Да. Фу. А такой вот лахти-трахти, лахти-трахти подгузник и сухой карапузник, а? О, вот это лучше, шеф. Это лучше. Сам знаю, что хорошо. Так, давай иди, я это самое, с подгузником сам разберусь. А ты встречай, иди карапузников, встречай. Встречай, иди. Так, девиз есть. Что же еще, а? Испытание на прочность. Это снова я, не вставайте. Давно не виделись. Что вам еще? Это не мне, это вам. Лучшая кандидатура для вашей рекламы. Дотя. Моя Дотя. Ирочка. Рекомендую. Слушайте, уважаемая, мне сложно представить, с какой стороны ваша Ирочка подходит для нашей рекламы. А с любой, покажись, Ирочка. С любой стороны. Моя дочь суперпрофессионал. Она уже снималась, между прочим, в трех рекламах. Первая реклама сосательной конфеты «Дружок». Вот. Второе средство от прыщей антипрыщ. Вот. Последствия. Ну и третье, самое интересное, самое важное для вашей, как раз, да не стесняйся. Покажи. Стоп, стоп, стоп. У меня нет сомнений насчет профессионализма вашей дочери. Особенно, что касается сосательных конфет «Дружок». Но у меня есть сомнения, что она не младенец. И уж тем более не мальчик. Ха-ха! Кто сказал, что подгузники используют только младенцы мальчики? Все зависит от способности ребенка. Ну-ну. Что, моя девочка? Вот, вот. Как кстати, дайте ваш подгузник, мы сейчас продемонстрируем, на что мы способны. Мы все испытаем на себе. Слушайте, испытания проводите в туалете где-нибудь. И побыстрее, а то она сейчас здесь прямо. Все, 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 давайте, не подходит. Идите, я сейчас охрану вызову. Но я продюсер Ирочки, согласно, между прочим, всего наполовину того, что хотела за Ленчика. Слушайте, я вам еще раз говорю, что я даже за сотую часть того, что вы хотите за своего Ленчика со слоновьим пометом, я зайца загоняю до смерти в поле вилами. Ну что вилами? Пальцем расшатаю. Все, и мне нужен абсолютный ребенок. Абсолютный ребенок, мальчик. Идите, все, свободны. Идите. Мочалкин! Мочалкин, если я еще хоть раз увижу кого-нибудь из этого семейства, ты пеняй на себя. Я в чем сказал? А кто-нибудь еще приходил? Пока нет, шеф. Мочалкин, если ты хочешь выжить... Берешь бизнеса? Нет, вообще. Так вот, если хочешь, то через полчаса на этом вот столе должен сидеть маленький мальчик. И желательно безо всяких мам. Один. Ну я же не виноват, что за бесплатно никто не хочет сниматься. А ты сделай так, чтобы захотели. Сделай. Испытание на прочность. Нет. Вода. Ведро воды. Давай. Нет. Это Мочалкин! Мочалкин! Мочалкин, чем подгузники испытывают обычно, а? А вы не знаете, шеф, да? Знаю, знаю. Я спрашиваю, чем это можно заменить? Ну, например, яблочным соком. Яблочным соком? Я спрашиваю, чем в кадре это можно заменить? Ну, обычно заменяют синькой. Синька ведь не красная, не желтая, никаких побочных ассоциаций. На. Живо тащи синьку, будем пробовать. Камера, так, так, в экране должно быть видно.
Вот он, господи! Вот он! Что, кто? Как вы и просили, абсолютный ребенок, мой муж! И я, как его продюсер, согласна всего на $500. Спокойно, главное, спокойно. Даная Степановна, вы понимаете, что младенец, он маленький он, розовый, без усов, и уж тем более без очков, а еще он писается! Голубчик, вы что, за дуру меня принимаете? Все это у него есть! Значит, во-первых, он розовый. Вот это вот сейчас снимем, покажем. Потом очки можно снять, усы можно сбрить. И, наконец, когда я говорила, что он абсолютный ребенок, я сразу вас поняла. Так вот, он абсолютный ребенок именно в том смысле. Ну, вы понимаете. Кто? Он? Да. Вот как раз подтверждение. Давай, покажи, что можно делать. Вон отсюда! Дорогой, ну уходим. Это психопат. Уходим. Простите, пожалуйста, не скажите, где здесь туалет. Бочалкин! Вон! Бочалкин! Я тебя предупреждал, а? А что такое? Все равно никто не идет. А уже больше никого и не надо. Готовься. К чему? К увольнению, да? Ага, к увольнению, нет. К чему? К смерти? К смерти. Нет. К съемкам, Мочалкин. Трахти подгузник и сухой карапузник. Во! Вот. Йокала-покала-какала. Я кака-кала-кала-кала-кал. Что он сказал? Он сказал, что никогда в жизни не видел такого дерьма. Да. В смысле? Рекламный ролик «Ползунков Лахти-Трахти» получил гран-при на Каннском фестивале рекламы. Режиссер ролика Павел Паныч не выдержал бремя славы. Спился и ушел из рекламного бизнеса. Его помощник Мочалкин возглавил модное рекламное агентство «Полный кадр». Даная Степановна стала великим продюсером и зажгла на небосклоне отечественной эстрады не одну звезду в фанк. Ее сын Ленчик стал знаменитым киноактером и сыграл в кино 137 ролей. Ее дочь Ирочка стала известной фотомоделью, а с мужем Даная Степановна разошлась, потому как за ним не было замечено ни одного таланта в фанк.